За звание лучшего в Ярославле прошел фестиваль музеев образовательных организаций. Речь идет об уголках истории в школах. В конкурсе приняли участие более 100 учеников из различных муниципальных образований. Главная тема этого года – война в Афганистане. Также на фестивале подвели итоги конкурса на лучшее представление своего музея. Музей образовательной организации – это особая история, потому что его делают сами школьники. Они собирают материалы, они проводят экскурсии старшеклассники у младших школьников. Они изучают историю прежде всего родного края, способствуя сами этому. То есть они изучают ее в действии.